Федора, Воробьев Дмитрий, город Коломна. Муляр Александр, поселок Зеленый, Старокупание. Карипанов Никита, город Подольск. И Королев Вячеслав, Куравское. Весовая категория до 62 килограмм. Гебранов Ильяс, город Коломна. Титов Денис, город Коломна. Щербаков Илья, второй Коломна. Налево, Шага Марс, 10 минут на разминку. Квест защитен. Установи на штангу 50 килограмм. Так, вес остановлен. Муляр Александр, поселок Зеленый. И десятого штанга стоит. Вес установлен 50 килограмм, Муляр Александр, второй подход. Стоит на штангу вес 53 килограмма. Готовится к штангу. Вес установлен. Муляр Александр, третий подход. Спортсмену дается 2 минуты. А на следующий вес готовится Карипанов Никита. Паприка. Установи на штангу 54 килограмма.
Вес установлен. Карипанов Никита. 47 поставил. 2,5 чего брал? 2,5 начальник. Замок. 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 Другой стороны. Замок. Не волнуйся. Не волнуйся. Вес установлен. Карипанов Никита. Первый подход. Город Подольск. Карипанов Никита установил рекорд Московской области до 13 лет. До этого было 53 килограмма, сейчас он обновил 54. Установил 58 остановок. Карипанов Никита, город Подольск, второй подход. 58 километров также является рекордом Московской области среди юношей до 13 лет. Есть еще один рекорд Московской области. Центр штанга вес 60 центра штанга. А Карипанов будет заказан 61. Вес установлен. Воробьев Дмитрий, город Коломна, первый подход. Попытка. Воробьев Дмитрий, второй подход. Так как ответов к этому весу больше нету, ему дается 2 минуты на подготовку. Thank you.
Поставить на штангу 61 килограмм. Вес установлен. Карипанов Никита, 30 подход. Вот на больше 6, можно. Выше. Попытка. Карипанов Никит закончил за 58 килограмм. 63 на штангу. Воробьев Дмитрий, третий подход. Это штанга 70 килограмм. Вес установлен. Вес установлен. Краев Вячеслав. Куровское. Первый поток. Готовится титул вниз. Держи! Опусти! Вес взят. Титов Денис, город Коломна, первый подход. Thank you.
Поставьте на штангу 72 килограмма. Вес установлен. Краев вещества Куровское, второй подход. На 75 готовить петух. К этому весу готовить китов, за ним краев. Итак, наш там вес 75 килограмм. Титов Денис. Город. Город Коломна. Краев Вячеслав, город Куровское, третий подход. Поставить на штангу 78 килограмм. Между ростом и толчком перерыв 5 минут. Спортсмены, тренера, зрители, между ростом и толчком перерыв 5 минут. Thank you.
Сапожа 75 килограмм. Гимрамов Ильяс готовится. Настоящая штанга 80 килограмм. Вес установлен, Геранов Ильяс, город Коломны, первый подход. Вес установлен. Гевранов Ильяс, второй подход, город Коломна. Щербаков Илья, Карл Купалов, первый подход. На 87 готовится Гимранов. Thank you.
зеленый. Нет. Вес остановлен. Гимранов и Яс. Главное, третий подход. Стоит на штанге вес 92 килограмма. Между рывком и толчком перерыв 5 минут. Так, на штанге вес 92 килограмма. Щербаков и я. Старая Куповна, третий подход. Двадцать и домой.
Вес остановлен. Муляр Александр. Второй подход. 67. Готовится Карипанов Никита. Итак, вес на штанге 67 килограмм. Карипанов Никита, город Подольск, первый поход. Никита также стартует с рекордного веса Московской области. До этого рекорд был 63 килограмма. Толкнув штангу весом 67 килограмм, он установит новый рекорд Московской области. Есть новый рекорд. Отлично справляется с весом. 71 стоит на штангу. Никита установил рекорд в рывке, толчки и сумме боеборе. Замочек будет все. Вес на штанге 70 килограмм. Муляр Александр, поселок Зеленый. Третий поход. Это штанги 71 килограмм, а Муляр Александр закончит завтра 65 килограммов. Вес установлен. Карипанов Никита. Подольск, второй подход. Вес установлен. Карипанов Никита. Третий подход. Последние 2 минуты на подготовку.
на самом 75 килограмм. А Никита Карпанов установил еще один рекорд по очке и в сумме в любой. Вес установлен. Воробьев Дмитрий, город Коломна. Первый поход. Итак, вес установлен. Воробьев Дмитрий, город Коломна. Второй подход. Атлету дается 2 минуты на подготовку. Стоит на штангу вес 85 килограмм. Вес установлен 85 килограмм. Краев Вячеслав Хоростой. Первый поход.
Проходит второй подход. Установлен 90 килограмм. Итоговый будет город Коломна. Первый подход.
Посмотрите на штангу 95 килограмм. Десятки зеленые, не замки. Вес установлен. Титов Денис. Колонна. Второй подход. Попытка. Есть еще один подход у атлета. А на 100 килограмм готовится Гибранов Ильяс. Посмотрите на штангу 100 килограмм. А Титов Денис закончит завтра 90 килограмм. И сумма двоебоя 165. Вес установлен. Гибранов Илья, город Коломны, первый подход. Вес взят. Посмотрите на штангу 103 килограмма.
лес установлен, Щербаков Илья, Старая Купавна, первый подход. Толкнул штангу весом 103 килограмма. Щербаков Илья выполнил норматив кандидата в мастера спорта впервые. Еще один подход ответа. Гемранов Илья отказывается от третьего подхода. Поставим 106 на штангу. Сумма у Дмитрия.
И чемпионом наших соревнований становится атлет из города Куровское, Краев Вячеслав. Я скажу, 160 килограмм его победная сумма. Награждение производит мастер спорта СССР Николай Павлович Суворов. Павлович. Также мы награждаем третьего призера наших соревнований, Крепанова Никиту, установившего три рекорда Московской области среди мальчиков 12 лет. Получает Никита денежный приз. Награждаем также еще тренера нашего чемпиона. К сожалению, не помню фамилию, отчество. Щедрин Валерий Константинович. Его здесь нет. Атлет передаст ему грамоту заслуженную. Спасибо. Спасибо, участникам. Награждение победителей и призеров весовой категории 62 килограмма. Бронзовым призером чемпионата суммой в наиборье 165 килограмм становится Денис Титов, город Коломна. Второе место. Также у представителя города Коломна Гимранова Ильяса 187 его сумма. Поздравляю спортсменов. И чемпионом Московской области 2014 года среди мужчин объявляется Щербаков Илья, также Купавна. Илья сегодня впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 198 килограмм в сумме набрал. Давайте поставим ответа. Высокий результат. Также наградим его тренера. Сущика Владимир Пантелеевич, он здесь присутствует. По совместительству вице-президент нашей федерации, между прочим. Фото на память. Спасибо. Так, на этом церемония награждения закончена. Все свободны.